что, какой у тебя сегодня прогноз на поединок? На какой поединок? На свой, конечно. Ну, посмотрим, как говорится, что покажет. Настроит, самое главное, быстро. А там, что суждено, то и будет. А вы, Рома Филиппов с Георгием, как думаешь, как поборется? Ну, я думаю, что... мне кажется, что Филиппов его задержит и не сможет дойти до подушки. Я думаю, что Рома выиграет. Не знаю, мне так кажется, не знаю. Посмотрим. Спасибо. Привет, Дим. За кого привет, сегодня привет. Будешь болеть? За Адама Брукетхоева. Прям вообще. Желаем ему только победу сухую абсолютно. Посмотрим, как получится. Дядя Коля очень сильно говорит. За Рому Филиппову буду болеть. Ну, как думаешь, получится у Ромы свою борьбу навязать? Я думаю, что да. Ну, а у тебя что, с черноземьем не получается, как я понимаю? Пока ждем. Регламенту вроде это конец августа соревнования. Мы пока до 2 августа взяли тайм-аут в связи с этими ограничениями. Будем надеяться на положительный исход ситуации. Но ты готовишься, да? Все равно не заканчиваешь. Ну а что делать? Ну все, спасибо. Ингушетия, город Сунжа. Адам Бартенхоев! Возраст 25 лет. 90 будет Николай Колесниченко! Вы готовы увидеть захватывающий поединок? Да! Разберем слова! Ну что же, под ваши аплодисменты! Первый самое интересное, что у Адама Бартенхоева стаж занятий армрестлингом он написал 3 года. 3 года занятий уже он находится на этом поединке. И уже он чемпион России 2020 года. Что бы хотел сказать сопернику Адам, он написал. Давай, как мужчины, поборемся в крюк. Посмотрим, что ему сейчас на эти слова ответит Николай. Да, это был крюк, он взял. На старте Адам выигрывает Николай. И счет по раундам 1-0 в пользу спортсмена из Ингушетии. По профессии Адам специалист в области физической культуры и спорта. Хобби катается на спине. Ему действительно нужна сейчас ваша поддержка. Первый раунд был молниеносный, но он еще не определил победителя, не определил, как будет сегодня. Убивает, кто делает сильнее. Это из песни «Кукушка» Полины Гагариной. Плечо убрать. Опа, плечо убрать.
Будет ли он сильнее во втором раунде, мы сейчас с вами увидим. Крюк, крюк, как сказала она, как мужчины, съезд локтя. Он сделал это вынужденно. За этими мощными плечами, наверное, вам и захвата не видно. Замечание за фальш-старт. Волнивная победа снова. У Адама. 2-0 второго. Ну вы знаете, даже смотря на счет 2-0, в этом поединке еще ничего не определено. Я услышал, и Николаю кричали: «Коля, затяни в свое!» И Адаму в свое! Мне интересно, что в свое? Да, чтоб не перепутали. Что было? Хорош, Коля! Хорош! Алина не увидела съезд локтя в борьбе на правой руке. От этого раунда зависит судьба всего поединка. Друзья, поддержите каждый своего. Как Саш поединок? Да. Молодцы парни. За кого болеешь? Наверное, больше за Ну, сейчас уже такой. Ярко, Алина. Красивая интрига. И ты красивый, еще не правильно. Еще рано. Держи!
еще не все решили. Антон, как тебе поединки? Ну, вот этот был непредсказуем. Я на самом деле ставил на Колесниченко, я думал, ну, неинтересный будет варфайт, а тут все наоборот. Задача Николая Колесниченко – покорить вершину мира. Да. На левше будет подобное, ты думаешь, заруба? Я очень надеюсь.